Доброго времени суток. Я благодарю вас за то, что зашли на канал. Ветер треплет прическу. Ну, что получается, то получается. Во все стороны. Такая у нас сейчас погода. Дождь прошел. И, по-моему, еще будет. Такое небо. Не голубое. Так, у меня здесь этот замок, который... предательски всегда стучит и звук портит. Я его просто расстегнула. Так, вот такой здесь передо мной пейзаж. Пришла специально вам показать, что здесь построили. Думала, что уже прекратилось строительство, ничего не будет. Нет. Это берег здоровья. Вот посмотрите, что сейчас здесь есть. Сейчас прогуляемся, посмотрите. Вот такая здесь обстановочка. Это что такое будет? Типа, наверное, кафешек каких-то, да? По-моему, так. Чтобы если сюда пришел, можно было заглянуть. А может даже и туалеты. Пишите, на что похоже. Что это? Так вот. Очень интересно. Что же это будет? Потом сниму, когда полностью построят. Видите, везде лужи. С утра так вот. Ух ты, все, пошел дождь. Мужчина туда-сюда прогуливается. Так, берег здоровья называется. Это прямо у Амурского залива. Сейчас покажу. Вышла на съемку, так как несколько дней не снимала, было холодно. Дел много было других. Знаете, что я работаю. Вот и в свободное время снимаю для вас. Ну, посмотрим, что здесь интересненького еще. Сейчас надо будет убегать. Я зонтик не брала, не хотела его с собой тащить. Поэтому даже нечем прикрыться. Только капюшон. Здесь камеры. Ну и хорошо. Они нужны, чтобы это все здесь не разнесли. И осталось... в том же виде. Так, здесь мягко, такое покрытие классное. Можно заниматься, не опасно. В руки, кстати, холодно, перчатки есть. Надо же их надеть. Подышу заодно воздухом, так как скоро не погуляешь, начнется. Здесь уже, кстати, сегодня же 25 уже ноября. О, зима на носу, оказывается. Уже в магазинах продают елочные украшения, елки. Уже здесь готовимся к Новому году потихоньку. Как всегда. И ветер такой сильный.
мужчины смотрят канал. Кстати, для вас такая новость. Футбол же многие смотрят, любят. Вот Криштиану Роналду, он ушел из английского этого клуба, где был, не знаю, может, даже уже по возрасту, лет-то уже много. До скольки они там футболом занимаются, уже сложно. Может, даже из-за этого. Я думаю, ему на жизнь хватит. Может, заниматься тренерскими работами. Так, сейчас все изучим, что новенького. Свежий воздух вообще, погулять классно. Пыли нет, дождем все прибило. Огромный вам привет всем, ваши города, страны, деревни. И новым подписчикам тоже благодарность за то, что присоединились к каналу. Показываю много интересного, как здесь что меняется у нас в городе. И на окраинах тоже снимаю, когда есть такая возможность. Так, ну что там? Сейчас пойду, все будет грязное, да? Ноги, ботинки, что идти? Что для вас не сделаешь? Пойдемте. Пойдемте, пойдемте. Посмотрим на красивый, шикарный Амурский залив. Каждый раз он какого-то другого цвета меняется. Что небо, что сам залив. Вообще обалденная природа. Так, медузы, что же я про вас забыла. Смотрю, ой, повыбрасывала их, вижу. Представляете, вот же они. О, вот они. Красивейшие и очень опасные. Вот они плавают. Вот она там. Много их, этих красоток, всякие разные. Смотрите. Они же не прыгают, только плавают. Много их здесь. Кстати, сколько снимала, раньше не видела. Только сейчас. Почему-то появились. Ой. Всякого размера разного их здесь повыбрасывала. Но вы мне сказали, что жалят, опасно для жизни. О, какая она здоровая. Так что, кто хочет, приходите, посмотрите. Много их. Какая здесь красота. Всех благ!